Бизнес-инкубатор открыли в Славянске. Он будет действовать в помещении местного автовокзала. Это своеобразная площадка для встречи и обмена идеями. Организаторы говорят, что помогут не только найти партнеров и инвесторов. Также здесь можно будет получить консультации по ведению финансовой деятельности и налогообложению. Инициатор создания бизнес-инкубатора – Союз автоперевозчиков Донбасса. Организация «Переселенец» решила в первую очередь помогать вынужденным мигрантам, которые ищут возможность открыть свое дело, но ждут здесь и местных предпринимателей. Бизнес – это такая штука, что мы не знаем, где человек найдет свое применение. Поэтому мы готовы помогать и открыты по всем направлениям, лишь бы только люди понимали, чего они хотят добиться. А наше дело их просто направить, помочь, чтобы они не спотыкнулись, чтобы им оказали правильную юридическую, финансовую консультацию, чтобы они сразу себя не загнали в тупик и их бизнес, как говорится, не развалился, еще не начавшись. Идея создания таких бизнес-инкубаторов, обучения, написания проектов, реализации идей в направлении развития бизнеса, создания рабочих мест, безусловно, это очень хорошая идея. Мы, конечно, поддерживаем. Со своей стороны мы будем прилагать максимум усилий для поддержания этого проекта.